Также в Актобе прошла ярмарка саженцев. Желающие могли приобрести хвойные плодовые деревья, декоративные кустарники, многолетние цветы, комнатные растения, средства защиты за ними, удобрения и многое другое. На мероприятии присутствовали опытные садоводы. Они отвечали на вопросы и давали советы по уходу за зелеными насаждениями. Представлено разнообразное количество плодово-ягодных, хвойных деревьев, декоративных, также цветы и все необходимые прилегающие инвентарь садовый. В настоящее время в ярмарке приняли участие более 15 предприятий города. Данная ярмарка будет проводиться до конца мая, каждую субботу-воскресенье.